«Шаг в бессмертие» – так называется выставка, посвященная 75-летию подвига знаменитого комбата Еременко, которая открылась сегодня во Дворце культуры имени Шевченко. Эта экспозиция была создана по инициативе президента акционерного общества «Моторсич» Вячеслава Богуслаева. Герой Украины, президент акционерного общества «Моторсич» Вячеслав Богуслаев считает себя лично ответственным за то, как именно будут воспринимать и оценивать последующие поколения события Великой Отечественной войны, которая началась на украинской земле ровно 76 лет назад. Мы с вами ответственны перед теми, кто защищал наше Отечество, защищал нашу Родину, нашу Украину. И с большой благодарностью мы вспоминаем подвиг тех, кто поднимал солдат из окопов в бой защищать и освобождать свою страну. Я вчера вернулся в Западной Украине, там также это фотография времен войны. Я им говорю, это наш земляк, это не может быть. Наш земляк, это запорожский. На открытии выставки «Шаг в бессмертие», посвященной 75-й годовщине подвига нашего земляка Алексея Еременко, пришел также сын героя, полковник Иван Алексеевич Еременко, который предоставил фотографии своего легендарного отца. Я когда сегодня увидел, знаете, у меня до сих пор сердце. До сих пор, да я не могу. Такую сделали выставку. Каким запомнился вам ваш отец? Ну, каким? Ну, очень родным, дорогим человеком. Так, он любил жизнь, любил детей. Вот. Это одно. Теперь второе о том, что папа все отдавал для того, чтобы колхоз был один из лучших. И он действительно стал один из лучших не только в районе, в области, но и в Украине. Снимок Макса Альперта, который запечатлел бесстрашного комбата, призывающего солдат к бою за Родину, стал одним из символов Великой Отечественной войны. Долгое время герой этого фото оставался безымянным. И только спустя 23 года мир узнал имя этого человека. Это был Алексей Еременко, который до войны возглавлял один из колхозов Вольнянского района Запорожской области. Когда я его увидел на фотографии, вы узнали сразу? Я сразу, моментально узнал, у меня сердце сжалось. Думаю, ну что же, это же папа мой, родной. В газете вы увидели? В газете «Правда» появилась эта статья в честь 20-летия победы над фашистской Германией. У сына этого героя есть документальное подтверждение, что это его отец, что это наш земляк. Это очень важно. И книгу, которую он сегодня дарит всем, говорит о том, что все это сделано на научной основе, все это сделано документально, все это дело документально подтверждено, за что мы тебе очень благодарны. Еще раз. Спасибо, что ты такой породы, какой у тебя отец знаменитый. И сам ты полковник, поэтому желаем здоровья. Да, здоровья. Мы должны свою нашу историю никому не отдавать. Не надо ее тревожно относиться к этой истории. История, связанная с казачеством, с становлением нашего государства. Это наша история. Кому-то она нравится, кому-то она не нравится. Но для запорожцев это святое дело. После открытия выставки ее первые посетители вместе с руководством предприятия «Моторсич» отправились на митинг, посвященный 76-й годовщине со дня начала Великой Отечественной войны.